Всем привет! С вами Крошик Дэй! И сегодня у нас будет челлендж «Съедобное и несъедобное!» Правила челленджа такие. Кто-то берет пакет, открывает, и там съедобное или несъедобное. Например, чупа-чуп настоящий, например, Залине выпал, а мне игрушечный. Итак, поехали! Поехали! А что это такое? Вау! А у меня настоящая пицца! А у меня игрушка! Класс! Там, наверное, пицца. Там нарисована. А у меня настоящая пицца. Я, конечно, тоже игрушку хотела. Там я вижу мордочку красивую. Вау! Это собака! Пицца! Пицца! У меня выпала настоящая пицца. Она очень вкусная. А мне попалась вот такая вот пицца, которую сделала вот эта вот собачка. Но я бы хотела твою пиццу попробовать. Зарина, я же ее уже откусила. Ну ничего страшного, давай доставать другой пакет. Давай. У меня попалась авокадо. Съедобное. А у меня попалась авокадо. Вау, как круто. Давай его откроем. Я такой мечтала. Настоящий авокадо! И он тем более качественный, он твердый! Вау! Какой это мой попыт, это мой попыт! Давай попробуем, как он кликается с остальными. Вау! Вау! Я его в школу возьму. Буду антистрессовать после математики. Для тебя математика стрессовый предмет? Да, и музыка, и все уроки. Ну что ж, давай тогда другой пакет открывать. Давай. Какой? Оранжевый? Оранжевый. Давай открывай. Давай открывай. Итак. Ой, там что-то игрушечное. Я открыть не могу. Хот-дог. Настоящий хот-дог. Ой, Аринка, я думаю, ты сейчас пожалела, что не тот пакет взяла, да? Да. Арина у нас любитель хот-догов, да, Арин? Нет, ну сейчас нет. Так, давай откроем мою игрушку и посмотрим, что это. Этот хот-дог так пахнет. О, а мой очень странный. Я понял, это шарики, и ты вот так кидаешь, и оно вылетает. Вот, то есть вот так вот. Смотрите, ставьте лайк. Мне нравится этот хот-дог. И тут еще 3 в плюс шарика. И в итоге у нас 4 шарика. Зарин, ты можешь попробовать настоящий хот-дог. Я не хочу богатства. Но по запаху он очень вкусный. Подпишись! Ой. Итак, давай приступать к следующему пакету. Давай. Ой, у меня губка. Смотрите. А у меня мороженое настоящее. О, класс, повезло тебе. Очень похоже, смотри, да? Да, очень похоже. Зато это мягкое, это типа сквиш. Да? Сейчас я открою и попробую это мороженое. Я жду. Какой у тебя, какой там вкус? Это манго. Вау. Такое вкусное. Ням-ням. А у меня вот такое манго. Жаль, что оно несъедобное. Берем следующие пакеты. Итак, давай их откроем. Что это там? Что это там очень интересно? У меня... Покажи, что у тебя. У меня пончик. У меня тоже пончик. А в чем прикол? А где настоящий? Наверное, у меня настоящий, у тебя сквиш. Да? Давай откроем. Ладно, давай. Да, это сквиш. А у меня настоящий. Какой он... Зарин, попробуй, может, все-таки настоящий резонил? Нет. Он не настоящий. Но мой вкусный. Достаем зеленый. И так что же у меня? У меня такой тяжелый. Интересно, что там было, будет. Я уже знаю, что это. Зарин. Это настоящий банан. А у меня попкорн банан. Вау, такой яркий. Давай потыкаем. Давай. Чуть-чуть не открывается.
О, все, открылся. Теперь у меня два, но мне теперь вот эта маленькая пупырька нравится. Как круто он кликается. Да, очень классный. И давай попробуем как-нибудь с другой стороны. О, круче. Да. Ладно. А у тебя обычный банан, да? Да, но они тоже очень вкусные. Да, давай приступать к следующему пакету. Давай. Ну что, следующий пакет? Да. Итак, давай открывай. У меня чупа-чупс. У меня чупа-чупс игрушка. Класс. Очень классно. Давай откроем, посмотрим, что там. Я свой не могу открыть. Ладно. Я тоже не могу. Ладно, я посмотрю, какой у тебя. Как он открывается. Какой Мишка, у него щупончик. Мишка спишь. Класс. Вот что мне попалось. Мне тем более очень понравилась вот эта штучка. Ставьте лайк. О, как высоко до потолка. Еще мне понравились вот эти вот два попытика. А тебе что понравилось? Вот что у меня попалось. Мне очень понравилась вот эта вот собачка, которая делает пиццу. Вот это вот мороженое и хот-дог. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите наше новое видео. Всем пока-пока!